Если в Долоране, то он прям, ну, голубенький у него листья. Голубенький. Да. Если бы игрушки на нее нацепили, было бы вообще... Это смотрится вот без игрушек, да, это смотрится очень странно. А когда ты нажимаешь, чтобы посмотреть одежду свою, типа перса, он еще там, типа, дымится у него, если он в дереве стоит. А тут нет. Ну вот, голубенький. Лера, раскидывай, пожалуйста, пока, ну, по раз. А можно в Иг зайти рогой? Что, Иг? Ну да, заходи. Иг. Я имею в виду, сколько танков останется. Ну, консоли, что там, конешь? Хорошо. Анхоли. Чё, да, говорю. Если что, Иг там конешь, если мать на Иг на рогу зайдет. Бля. А кто чё дает, кто-нибудь помнит? Ты, блядь, себя в отдельную пати закидываешь и перекидываешь к себе, и смотри, какие баф он дает. Чё, как первый раз. Выносливость 2%. Дай мне просто этого помощника, я пару скидаю. Во, давай лучше пусть. Качу можно к танкам закинуть. Я помню, что орки дают силу, и все, у меня... Я даю 2% выносливости на тринейке. А чё, Майтей будет мейнить рогу как ДД? Можно. Я не могу заиграть за фуру, мне не интересно на нее играть. Че, не интересно? За фуру играть. Играй за армс. Просто не падает. За армс, не знаю. Я шуманусь быстро в Долоран камень куплю. Давай, мы все равно пока монки ждем. Че он там, где пропал? Okay. Уже прошло 2 минуты. А баф Дрене и Таурена стакаются? Ну вот сейчас и проверим. Дрене вынос. Таурен же просто был у него базово. Урон ХП тоже поддерживает урон. Но там же ХП тебе дается лично, а не ауры. Там стакается. А, у меня аура. Плюс 1% меткость. Либо аура была. Кандаван, ты на Олме и Кроше. Матнери на короле. Холи, как обычно, киглер. Слепоглаз. Мне опять все самое сложное. Да, когда дашь зеленку, потом незыблемость скажешь. Да. Что, кто нас поливал? А, это двигает, все, наверное. Про край, то отлетел на 15 минут, пишет, так что я не знаю, о чем будем делать. Без него пойдем, что. Сейчас монки будут бить, и без него тоже убьем. Замучусь здесь ждать. Можно сделать 5-минутку на чай. Налить. Ну как бы он написал 5 минут, а уже 13 прошло. Монки зашел. Ну, уже почти 15 минут качайная. Вон мамки. Дилуфи. Мамки. Так, ну что, монки с монти и погнали. Где там рыба, блядь? Ты все-таки белку взял, да, Володь? Рыбу поставил. Шаман может дать РДД, так он на рейд дает. Если вдруг ты не знал, шаман тогда он дает рейду. Ну, тут знаешь, на ласте там этот один тотемчик сильно не зарешает. Какой сразу? Трепет. Так, все. А чё? А, ну, докидываешь. Скажешь локал, как будешь готов. Ага. А, нет, я не понимаю. Знаешь, сам не... Нет, не выходит. Локал, ты завтра идешь на локи, что ли? Нет, а, можно я еще, пожалуйста? Забыл. О, вижу рыбку. Да. Уже проебался. Да? Вот рулям не меня. А, нет, хер с ним. Ну, я ему написал, молчит. Так он АФК. Ну, в смысле, вылететь. Нет, я пишу. А можно хоть один друид нажмет, блядь, кнопку бафа? Кстати, да. Где лапа? Ну, мы тебя ждали. У них даже нага есть. Охуеть. Что, так можно? Селедка наша. Ну, нет. Две селедки, кстати. Монки же тоже. Бахните фласки, еще раз проверяешь, чтобы все было. Даркрайт куда-то ухнулся, но нету. Привет, что ты погнали? Где он нахуй?
5, 4, 3. Что у нас по магам? Маг не забываем баф забирать с этого. С кроша. Еру. За мигрена умер. Походу. Локал, дай Берг Андрея. Не сыпка дал. 10 секунд. Чем-то по контролю, то вылез промок. 2 секунды, одна, закончилась. Скидывай бабл сахар гангрена. И добиваем. Если что, пэта приготовь, как только прилетает, тычку сразу съешь. Блять, у меня там аддон хуйней страдает. Вот. А, меня сразу убило. БР, кинь аниме. Подавана. Танкует. Гавр, тебя кастует. Сейчас скажу следующий. Ганнибал, тебя кастует, бабу нажмешь. Ты себе духу, блядь. Коля умер. Ты за текстуру куда-то отлетел, для тебя просто не мог. У меня откинуло. Ну, цепляй подавана оставшись. Я встал, я встал. Я понял. Тут еще два босса ходят. А, и БР, Коля. Бля, меня убило. Блять, монки в тебя кастуют. Володуха, тебя. А я заинвизился. Вы угораете, что ли? Что, один раз хилов не распределил, все, сразу посыпались? Нас просто умер, говорю, Анхоли откинуло так, что его хилить нельзя было, никак. Да, только танк у нас умер основной, который, блядь, ебать, какой жирный. Ну что, все, ложимся, да? Да ладно, после подъема. Да, а ты что думаешь, они его... Гангрена умер, я основной килл по танку. Самое крутое, знаешь что, когда Мейтнери ставишь на троих, а ДК по одному вот этих боссов берут, тогда точно никто не сдох. Вообще никак. Какого хуя, как у меня аддон хуярит в личку? Я обычно так ставлю, потому что как там... Не услышал. ДКшника подавана на кроша, второго ДКшника на Олма, его сливаем, он освобождается. А Мейтнери в это время троих танчит. И вообще заебись будет. Так у нас собак рожает, пока мы бьем Олма. Но у нас лок один. Да, лок один только забанить может и все. Да и похуй, лок быстро сдохнет. Лок может одного приручить, а второго забанить. Он может троих раз выходить. По-моему, нельзя только банить сейчас. Можно, я приручал же. Короче, я к тому, что лок он стакает хуйню, типа, и подаван, там стак совпал с огненным шаром кроша, поэтому сдох. Нет, просто у нас хила умер сразу. Сколько раз мы там, проблем не было. Да, совпал, просто сдох. Ну что, ему фаербол прилетел. Видимо, включил агро. Джипси, раздай сейчас пристабафы. Видимо, хильнул до того, как танк нанес урон обоим. Ага, благодарю. Ингрен, ты себя огромный не вешаешь случайно? 66 тысяч в одну секунду залетело. Нет, да. Не вешаю. Темное гниение и огненный шар. Ну, я и говорю про это. Давайте быстрее вставать и поехали. Кто там еще? Хитровай. Ладно, хер с ним. Без него начнем. Каску. Все так же танкуем? Да, все так же. Куда хитровой побежал? Вон он бежит. Че там в гильдии никого нет, мистер Крайта? Есть импал, че? Он сказал, что подойдет. Он... О, сычевка, да, сычевка? Что дать? Столик. Я был. Монки, чё не так? Садистик. Всё, твой отчёт, поехали заливать. Давай, гангрена, сиди только на анхоле и на подавании. Нахуя? А чё, нахуя без отчёта? Половина людей вообще не успела подойти. Забирай короля.
Гангрена. Это то, что гангрена умираешь каждый раз. Что ты, что-то меня, блядь, пиздец. Бэр, у кого есть, скиньте, я не знаю, у кого туда сейчас локла нет. Но локла не показывает, тут дюши, по-моему, есть. 48к пролетело, блядь. Потому что ты начинаешь хилить раньше, чем танк подбежал. Он не умрет под прожимками сразу. Или бабл. 2 секунды. Бабл сакру скинь, гангрена. Да ты им отдал. А у меня бабл на КД еще. Ну, значит, не скидывай, прохиливай просто. Меня сейчас собака сожрет. Кем? За контроль. Спасибо. Белым. Алло. Вторая псина ходит. Все, он из БРов нет. Ну, танк какой-то, блядь. Иди сюда, блядь. Он холи, блядь, сюда. Как, блядь, опять все дохнут? Ну, на меня гро было, на меня. Ганнибал, тебя стоит, Ганнибал. Могу затамутить кроша. Ганнибал, с тебя. Можешь бабу умножать? Жбух, прожмись. Ганнибал опять тебя смотрит. Чё, танк не хочет подойти, блядь? Мэтнери. Сейчас подойду после крутилки. Или Анхоли, блядь. Нахуй Мэтнери, Анхоли, да. Иди стаунти этого пидора. Пиздец. Меня выпадет. Нихуя непонятно, понимаете? Зачем вы пиздите? Я сказал Анхоли пойти, и все начинают говорить что-то свое. Так он стоит с ними сколько уже времени? С мобами, ну, с двумя. Согласен. Блять, вы просто говорите, танк подойди. Какой танк, блядь? Я сказал Анхоли. Таунти его, он все равно стреляет в других. По КД. Он какой-то пизданутый. Бля, Мэтнери сейчас умрет. Да, обожаю нахуй вайпаться на королях. Да не, я говорю, ты поставь по ДКшнику. Мэтнери спокойно троих поддержит. Там любой танк. Убивали? Я спокойно держу. Да не, я не спорю, но просто хэпал, если еще раз так отвалится, там, ну, не факт, что мы успеем кастануть. Нормально, он столько раз не отвалился, тут отвалится. Сука, отлетел таки. Че вы хотите бить сейчас или что? Что-то не вкуриваю. Я не знаю, я жду, когда все падает. Падайте, блядь. Нахуя вы бьете? Вы будете бить полчаса, блядь. Да. Тут 20 дд. Я троих подержу. Меня не особо пробивает. Просто что даже если гангрена отвалится, там ДКшники не упадут. Локон это гниение стака, его в принципе можно скидывать это панцирем. На шестой там секунде, на пятой. У нас никогда такого не было. Мэтнери, да не бегай ты, встань спиной, все, и умри. Я из моста хочу выйти. Просто на одного ДКшника слишком много дамага. Надо приходит. С моста выходить. Да никогда такого не было, да один ДКшник танчил. Да я понимаю, что один, я и портопалом один танчил. Этих, я танчил. Сваливает ебасос, просто у нас хил каждый раз умирает. Ну, встает без маны и без частички. Пока он все мана себе восполнит, пока частички навесит, и все, пиздец. Просто уже можно пиздеть. А тогда да, конечно, зря. Я знаю, сколько там, блять. Хватит на хилял. Ну вот смотри, полученное исцеление подаван. Да я вижу, что от тебя основное. Как бы, блядь, это называется нажимать волну исцеления, блядь. Если бы, сколько там нас, 4 хила, если бы все тыкали на подавана. Подаван это, блядь, его 2 моба бьют. Один. Ты понимаешь, что... Посмотри по другим. Ну по другим, да, там АОЕшка. Там чисто буйный рост. Нет. Буйный рост и все захилит одну эту уешку. Нет, это не про то. Гангрена умирает. Вон, смотри, Мейтнери, сколько урона я вхилил. Он Холли нормально вхилил. Потому что я в одного стоял, этих двоих отхилил. Ну понятно. Они так тоже нормально, периодически получают. До кастинга. Просто бабл в начале боя и все, чтоб тебя не убило. Без сакры проживем, ничего страшного. И еще, ну, вставить 2 копейки, типа, вот есть 2 паладина, да, Дагбал и Ясенпал.
Типа, есть у вас такая хуйня, называется Длань жертвенности. Ее да, можно. Ну, типа, кидайте, бля, не стесняйтесь. Ну, они кидают, когда я даю команду. Сейчас нету смысла. Нельзя, не нужно было это кидать, потому что Холипал первый кидал. А мы умирали до того, как он кинет. Ну, вот если Хипал, типа, упал, можно было сразу кинуть, он бы не сдох. Факт, что... Хитровая, встань! Там крылья Хитровая. Прожимают о, сходу. Ну, просто никто не хилит. Хитровая вставать не хочет. Ну, видимо, отошел. Из-за Хитровая в Чветос был пул, кстати. Он вперед пошел просто, да, и все испалил. Может, я троих подержу? Мне они не пробивают. Ага, не пробивают. В порядке. Да а попробуйте. Сейчас просто хил не умрет, и мы нормально пройдем. Я надеюсь, что он не умрет. Жбук, что не хватает? У нас оф один. Я вижу, что оф. А, все, да, отлично. Ну, в Астрагоре делает Хитровая. Алло. Дядь. Он перед входом, будет? Скорее всего, стоит. Ну, почему он там стоит? Эти боссы дают, что-то поехали. Стой, 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 он в призраке. Он сейчас зайдет в инст. Да он уже минуты две заходит. Вон он зашел. Он просто тело покинул. Что с ним не так? Ну, он, по-моему, на месте временами бегает, лагает, наверное. Ну, предупреждал, что АФК там 15 минут отойдет. Но... Нет, это играет. Короче, хуй с ним, ладно, подходите, поехали так. Нажми только гангрена, бабу. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Мак, не забывай, снимай Геру. Нажимайся, там подавай. Смотри, я там это... Будет перевесь. Ага. Прохиливай гангрена максимально. Скажешь, как будет заканчиваться у тебя незабываемость. 2 секунды. Ганнибал, кинешь бабл, Саку? Тотем сдал. Ясен Паул, скинешь бабл, Саку в подавану? Добивайте скорее. На фулах сейчас держите танк оверхилом. Мобы сейчас монки сидят по контролевке. Сейчас добьем уже. Все, добили. Держите под ваном. Метнери разваливается. Пизда, у меня 15 стаков. Ну ничего, сейчас поднимайте, поднимайте. Ну, БР, дай локу. А в гаврака стоит. Да, блять. Дымите на фул, монки в тяка стоит. Подаван. А, ну все, ты держишь. Все, 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 я стою. Энимо БР, можешь монки дать. Подтягивай. Давай, если по базу. Тихонечко. Да. Че, по инрам, по мане есть? По даван. Могу еще гимн дать. Стойте здесь, ждите, сейчас подтянет. Он поставил вот. А. Ну все, зайдись. Не того потянул, но ладно. Я не знаю зачем. Жмет. Да я первого взял. Ну, бьем, идем, что ждать уже сейчас. Поэтому я искал другого, потому что этого мы не отведем. Не отлетайте только вверху. Если что, встаньте, так что вы включение не отлетайте. Диспел можно? Встань, диспелец. Паладин не диспелит, а сушку. Это все нет, да. Это уникальная овца на диспелец. Да. Это как в РБК дебафы, которые они заняли. Постану там чуть-чуть.
Дюша, дашь БР Гауру через 10 секунд? Ебать, удачно хильнули Гауру. Что, блять, уникально хильнули? Там где-то в топе даже мелькает. У меня подзилка не отображается. У меня тоже. Так что на реакцию отбегаем. Кладуха, дай потом по нему дизарм. Отбежать. Мерики, отбежи, отбегите. Дал дизарм? Ракета 23 тысячи въебала. Нет. Нихуя себе ракета, это на гноме что ли? Гоблин. Входим. Да. Сколько упала ракета? Гном. 3000. Пиздец, меня сложил. Жнулся, что ли? Что-то меня убило, да? Ну ладно. Был почти в топе. Ну почти. Почти в топе, а какой восьмой? Почему я был пятый? Какой восьмой? Это сейчас я уже восьмой. Ладно. Бежали. Как-то отвалился. Поэтому он ловушку поставил, заебись. А я вот не пойму, у ультра как работает руна песков? Тебя Стас, нажимаешь, она ставится под тебя, увеличит весь хил. А на ДДшника что не делает? Нет. Бачу жбуху. Да, живой. Да у тебя жбух столько ракет въебал, я не понимаю. Он его пнул, он улетел. Да причем ты это Ну, наверное, под... Да я под проками всеми прожал 28, отошли, милик. А это, а у белки на ДДшников есть что-нибудь? Ну, у Буха, по идее... Ульперы? Да. Ну? Да, там ульперы. Больше прям нужно. Как? Короче, лужу под собой разливаешь, и там в течение... Ой, блядь. А, урон тоже эту руну дает. Она на урон тоже идет, да, эта хуйня? Да, на 6%. Да. Ну, тоже где? Падает. Пиздец. У меня еще пустынник странник не включен. Я в ДД или в танке? Да, в ДД. Может, пока в танке, пока до босса не дойдем. А зачем? Ну, тут неприятные мобы, блядь, их по три иногда. Да, неплохо было бы. Все равно. Давайте потихонечку. Каждый своего держит, вот этих двоих. Поравнять ложку нужно. Вводи сюда выводи, чтобы потом хила не сокрыть. Держите агро нормально. На трансфок пороть. На оф можно пролить? На оф спель на пороть.
Ну, Джимс здесь еще есть у кого-нибудь? Блять. Наруч пароль. Ну, кнопочно присоединяется. Все, никому больше не нужно наруч. Платный, на бля. Клечи Т4 пароль. Тебе зачем подаван на ДДшник? Подаван читер. Пойдет, Рал. Вы бы его сейчас слышали, как он удивился. Я слышу. Да, мы слышали. ДДшника рулит. Да, да, я на ДД. Мне здесь вообще нахуй ничего не надо. И выкид тоже нахуй ничего не надо. Ты бы в чат пугов писал, на кого рулит. Он написал, по-моему. Так, да? Я же, блин, это сейчас буду ДДшить. Ну я знаю, просто на всякий случай. Он на груле будет танковать. Подаван. Нет. Подаван ДД. Ты подаван. Блять. Обломали. Он холит-то посильнее, ДДшник, согласен. Ой, у меня почти с ним на уровне. Да, конечно, я бы не сейчас на что-то он холи, наверное, засмеялся, блядь. Ну, а у нас силу атаки вообще кто-нибудь дает? Какую силу атаки? Дает подаван. Значит. Значит, тем более. Так я и в Блади дам силу атаки. Ну. Там ДПС не дам. Согласен. Влад слишком гейский спек для ДДшки. Пошел для вон. Он просто бесполезный, забей. Шо вообще этот кнопочный? Какой? 32-й, где там с нами был? Лежа, подбираешь? Это Евгеша, по-моему. Черепу? Да, это Евгеша. Подбираешь черепу. А шо, черепу сбиваю? Я знакомый, не Евгеша. Все череп, что ли, бьют? Я ничего не понимаю. Наверное. Чё-то жалко. Я бью не череп, ладно. Могу. Ебёшь, я сейчас сабрю нахуй пойду этого грула. Бать, ты прям далеко отлетел, гоблин. Прям 10 из 10. Ну, нормально отлетел тут. Да, не знаю, мне визуально ты там шаг сделал. А, это получается у нас в Мейтнере мейн танк будет сейчас? Ну, конечно. Да, конечно. Поздравляем! А есть починка у кого-нибудь? Плюс. Тебе какая разница, мейн ты или оф? Ну, нет, смотри, типа, мне сейчас я буду давать ЛПшку просто в раз в 30 секунд. Ну, все, чтобы его не обогнать. Ничего страшного, не будет. У тебя агрометр стоит, сиди, смотри, чтобы за ним двигаться тютя в тютю, да и все. Сейчас будет самое интересное. Ставил рыбу, мне впадло там распределять группы по РДшникам, так что так, так хило, блядь, бы раскидать, конечно. Ладно, сейчас раскидаю. Покурить немножко. Хламобот есть? Заведи себе привычку перед тем, как эти вреют, выйдут, всегда починить. Да я три раза сдох, у меня наручи зеленым горят, так-то я чинился. Ну и что, ты еще пять раз собираешься сдохнуть? Мы сейчас этого убьем, и ты портанешься и починишься в городе. Ну уже дамаг-то не такой будет. Да вон я поставил. Где? Не вижу. А, если у тебя шмот желтый, то на ДПС это не влияет. Красная. Да. То есть поломанная, не одетая на тебе. Вот тогда у тебя будет не такой дамаг. А зеленый что, не влияет? Вообще нет. Плохо. Предупреждение о том, что у тебя что-то поломано. А, я не знал просто. Смотрите, в каких вы группах. Я там поперекидывался, что что-то не хватает. Тебе сказали хламовота поставили, я его не вижу. Первая что группа там? Череп, вторая крест, третья луна, четвертая трусы, пятая ром. Смотрите, в какой группе, вставайте на свою метку. Что там, три танка? Что-то я не вижу, чтобы кто-то спекался.
Ну, Анхоли спешл. Уже подавал, Майтнери. Анхоли 49 тысяч? Ладно, начали, блин. Анхоли потанчик хочет. Давай, я... Шот не сменил. Ну. Я как аху на Майтнери держу. Все скидывайте в Майтнери. У нас Рога и Хан только. Все, и там смотри подаван за агро. Да, буду смотреть. Ну все, даю время на отчеты, поехал. А, однако вам починить надо. Подожди. Кнопочный паладрин. Смотреть пробав... будем его? Пробафать его сразу, когда он зайдет. Паладрин. Скиньте баф. Погоди, на пол КД 25 секунд. Ждем. Давай на крест ШП. Поешь рыбу. А на пол в кого давать? На Майтнери. Майтнери полностью все. Ой. Еще раз. Не знаю. Слушай, иногда, иногда то, что Катя повторяет, полезно. Че, мне начать снова повторять? Осторожно, ШП, ну куда ты бежишь, блядь? Ну ты видишь, что ты прям через босса побежал. Все, даю время. Готов. Пять, четыре, три, два, один. Поехали. Отнери с рывка начал, блядь, бой начинать, неужели? Я всегда начинал с рывка. Я четыре кнопки жму, когда лечу. Нахуя? Просто так? Ну, там сокрушительный бросок. А давай, ну, набирай, Агро, набирай. Там это неинтересно, Майтнери. Да я ж спросил, неинтересно. Ну ладно. А, еще. Сейчас будет отбежать. Шар будет через 3 секунды. Свои метки бегаем, никто не тут. Всё, потом, ну, хватит пока что. Отбежали все. Еще запал. Блядь, не успел прожаться. Что не понял. Геро. Блядь, монки, дайте что-нибудь, монки, пожалуйста. Он срывает. Сам скинет, он сейчас сам скинет. Подаван, ты, главное, сейчас да, стопай, да. Стоп. Да. Все нормально. Я ЛП дал 2% набрал. Ну и все, потихонечку, иди 95% и все. ЛП дал, скиллуху показал. Да. Ну так это ж хорошо. Отбежали от комбала. Разверни! Или не надо? Нормальные там стоят. Ну, бока широкие. За Энимой следите, за Агро. Все хорошо. Там разница же хорошая. На пулу просто по КД, а у нас только один. А у Ладуха? А у Энимы 60% расслабились. Дает. Два на пул. Да. Тридцать секунд до удара. А, истерию, да? Чё? Ну, видишь, он не на первом месте, волнуется. Убежали все в свои метки. Пожмитесь на защиту, что у вас есть. А зачем ты ко мне подходишь?
Мейт, отойди, пожалуйста, с завала. Тридцать секунд удара земли. Рейм огромный, наберите раньше вокруг него. Сейчас, когда будет... Бегите за валом, Мелик. Когда будет следующая этот, притяжка, Мэтнери, прожмешься под нее глупо. Мелики до сих пор завал. 10 секунд до следующей притяжки. Готовим, сейчас будет притяжка. В свои метки убегаем. Да, блядь. Я не зыбку дал, если что. Отлично, кого-то спас. Потому что я вообще в чистом поле стою, никто, кто-то на с первой группы свою метку не бегает. Ну, в первой группе танк, два штуки. Кент и Катя. Да, с танками я затупил. Все, 10 кумер, завались, простоял. Давайте пока до прожимки какие-то есть проблемы. Залый. Ну, в спину босса встаньте, милики. Передвинули. Дюша. Угу. Убежал. Хорошо. Ингрена выбежал. Отлично. Танки сильно сейчас разваливаются, хилите максимально. Милики, отбегите за вам. Ох, ребят, ебать, охуеть. Когда я его вчера выбила, спасибо. Рольте меч, но с ПДшников. Кстати, четкий меч. Только на мага, наверное. Да, он на маг. Мага вообще четко. Кенда посох, ему меч не нужен. Ебать, он роллом меч. Рольте штаны. Пол, размер. Владюха, это лучший. Это просто пиздец. Кингрена. Хребет. Че, кому хребет можно ролить? Роляйте, я потом посмотрю, кто выиграл, в каком месте в топе. Кому нужен ролить? Ну, жбух пятый нормально лазит. В любом случае. Астана, ФДК? Да это, да вообще охуенно тема. Я, да которая, нет. Она нам, выпала нам на Феррала, да, и для Феррала она параша. Такое себе. Ретрика заебатая, но НДК тоже... Но на Феррала это вообще говно дрыня. Дальше трат. То ли... А, заходи, да. Заебали, ноги никогда не падают. Кажется, на кого тебя? Принят для Паладина и ДК Анколя. А, ну да, спасибо. Да, спасибо, атаки даешь. Хорошо. Да отстань ты от меня, сволочь ты эдакая. Дюша, спекайся в хила. Обоссанный, блядь, повыпышил. Локл, я там двигал. Я там двигал, так что можешь обратно надвигать. На баф. Дюша, ты дал? На чарку. Чарку куплю, на меч. Ой, бату Таликов, сейчас пизданут меня, да? Да. Ты что, ножками так выходил? Будет. Нет, меня не тронули. Меня отпиздили. Да мы же, блядь. Был бы я Аликом, я бы тоже отпиздил, шпа. Аня, раскидай их. А меня уже раскидали. Я думал, ты скажешь, видел бы это, был бы я Аликом, не ренегатом, я бы тоже Катю отпиздил, но... Ну я лояльно сказал. Завуалированно, я понял. Все мы знаем, что я хотел сказать.
Ладно, сейчас пока отойду, сумонять. Когда эта тринка вонючая не такая уж и желанная, она выпала, пиздец. Блядь, сейчас можно сундуков полутать. Давайте тебя от ракеты прям надпись в рекаунте реактивный снаряд. Враг. Сука. 50 тысяч накидал, неплохо тогда для менталки, который, типа, даже ГКД тебе не вешает. Просто ты ее нажимаешь и все. Я да. Ой, она кританула. Блин, 30 тысяч. У меня больше 25, она не вылетает почему-то. Она не критует. Ну, максимальное попадание 30 тысяч показано. Ну, попробую сейчас на кубах, когда кубы это прожмут. Это просто попадание. Когда кубы прожмут, на этом отдать ее. Нет, так нельзя, конечно, в каст. То есть, когда ты что-то кастуешь, ее нажимать нельзя. Я имею в виду, она... У тебя, когда ГКД начинает крутиться на способностях, на ней не крутится, ты можешь в момент... Нет, я имею в виду, что там дамаг повышенный, кто-то говорил, в полто... это, на груле в полтос вылетел с ракеты. Ой, на магии. Ну, может быть, да. И, кстати, сало тоже не работает, допустим. Сейчас этот грул вешал, ну, сало, а ракету можно было... Ставить. Ну, конечно. Я же говорю, я даже в тучке на ШБ, ебать, стрелы прожимал. О чем там можно говорить? Че, я в ДД спекаюсь? Нет, нам нужно в любом случае, блядь, тут трэша дохуя вытончить. Трэш, если быстро зальем перед боссом, успеешь? Пекнешься, успею. Не успеешь? Ну не успеешь, пойдешь танковать. Сейчас здесь другая тактика на грула, я тоже удивился. На X4 здесь бьет второго. По агру милика. То есть если РДД второй по агру, он игнорирует и бьет милика второго по агру. Поэтому два танка надо. Или какой-нибудь цурк подойдет, ловушку поставит. На ему нахуй поебало. Пришли тоже в первый раз одного танка. Он начал пиздить миликов просто. Хотя второй по агру был РДД. Да, раньше было так, что второго по агру делаешь РДДшника и не паришься. Сейчас по-другому. Сумонять? Чуточку да. Сложнее. Мне интересно, вот у тебя ракета 150 косарей, да, за бой с грулем, а у нас есть эти, не гоблины, а эти панды, алкаши, которые тоже... Гоблины панды? Не гоблины, ДКшники панды есть? Нету. Интересно, сколько бы пандарен бы своей билкой нахуярил? Ставьте шкаф кто-то. 150 косарей нежит, то же самое. Но, это... Они прилетели, пошли по сумониму камень. Шли. Нас примерно локи ждут. Примерно то и на то и выходит, получается, что ли? Что ты ракетой, что ты андедовской? По написанию одна и та же вилка. Да? Что у меня всякие модификаторы не активируют, то ракета, как, например, у паладина порчу. Нет, я про андедовскую вилку, она хилит, по идее, дамажит меньше, нет? Или там один нет, в один? Нет, так же дамажит. И стрелы столько же. Починили, не, ну стрелы ты вон видел. Ну, на коте, правда, ладно. На коте там не стрелы, конечно. У меня ракета на коте больше влетит. У меня поначалу на манекене некротическая была 6К, а ракеты 20К. Ой, не ракеты, а стрелы. Ну, это неправильно. Ну, это понятное дело. Ну, что ракета пробивает сквозь это все, а где-то резистится. Манекен не самый честный тест будет для этих двух обилок. А мне вообще похуй. Там, Холи, сколько надамажил твоя андедовская тема? За... с грулем, босс. Я обладаю. А чё, показывает, что это нежить? Не знаю. Почему нет? У тебя вот щёлкаю, блядь, нежить. Тёлка играет, блядь. Тиндерэм. Вагон. Вагон, ёпки хуй. Чё, я ж Локла засумонил. Ну вот он стоит. Он уже там, ты чё? А, ну всё, пошли внутрь тогда. Сейчас ещё одно уткну. Сейчас снять накидочку, смотри какая. Да ебать. Просто... Ну, по крайней мере, хоть нахуй посох этот, блядь, смотрится более-менее, то, что мне же. Сейчас выберу. Я посох заберу, не переживайте. А чё вы смонки, как близнецы? Он у нас третьедерша слева. Танцует, танцует, всем похуй.
Ну, подаван ты пока один танк. Речь там курит. Что, осторожно, огреб чуть-чуть. По чуть-чуть. Ща по чуть-чуть поагрим. Не, серьезно, не перебирай. Ты агро не удержишь. Ну, да точнее, не может, удержишь, а... Похолонал ливень. Не, не пойду туда. Метку поставил, вливайтесь. Ну что это за хуйня? Стих с небес. Да, галп стрел. Вот так вот может, кто-то не может, а владелец может. Как? Массовое сало? Да. Ну охуеть теперь. Вот если бы ты был бы Иридаром и выебнулся, я бы понял. Бля, убежал бы оттуда, а потом бежать обратно? Да. Вообще много чего. А, грули откидывает, это похом телепортировал сквозь надо. У меня моб бьет. Он откидывает, а ты потом... Моб бьет, хила. Тебе и надо. Моб хила бьет. Ага. Тревога, блядь. Тревога. Алерт, ёпта. Ты сдиспелила, что ли, Катюх? Да, я успела сдиспелить и умерла. Молодец какая. Премия Дарвина, Катюха. Пиздец. Ничего, только я так могу. Кать, не диспель, блин. Они угадали. Массовый диспел, заебата кнопка, говорят. Понятно, с вами все. Она может на коте еще шипы выйдет. Суки. Суки? Давай завтра. Мне уже рассказали. Так что ты можешь уже все. А бой это еще и небось, если был, записал. Шо? Его не было. Как... Не было, бля. Ну как Катюха шипы выйдет. Вернее, не выйдет. Не-не-не, выйдет. Она просто об этом еще не знает. Я вот сейчас не понял, о чем вы. А ну бы этих мувов не понял бы. Пизду нахуй. Все равно ты умрешь. Влево, вправо. Сволочи. Ну, сволочи. Да, ты куда, как говорится, куда не виляй, все равно найду. Да. Ебать, зато с тупо летишь на этом реакции. Ну, как они называются? Да, там еще много прибежит с мусаги. Что, готовьтесь, блядь. Мам, я не готов. Агри, подавай. Ну, сейчас прибежит большая пачка. Я же сам не себе. Да, кстати. Я к выходу. Метку поставишь, а притяну сразу, вливаемся. А ну тут все прямого. Думал больше. Че ты ж бух тоже себе сделал этого гобля? Где вход? Следом пока стану. Не знаю. Я один сбиваю моба, который стоит. А я не сбивал, а просто зеленых прожал. Я ни один не сбиваю. Да и без тиммейта. Как ты вообще, блядь, нахуй? Родился. Он, потому... я тебя засейвил, как бы. Я красивый, я не сбиваю. О, сбил. Ну, хилыш хуйней страдает, подпотеет немножко, да? А, бля, ну плюс я автоматически, конечно же. Еще один человек. Что, никто не хочет? Да. А кто танковать будет? Подаван же будет. Мэтнери, постоишь на кубе? Подаван собирался в ДД уйти. Сука, он сейчас сгорел! Можно его, пожалуйста? Чё? Он хотел после того, как мы мобов зальём. Пейте рыбу, пожалуйста. Хорошо, я съедам. Подаван, так ты будешь танковать или не будешь? Мне да не если так... надо, я типа потанкую. Но... Надо. Было бы лучше, если ты танканул. Монетарий на куб станет. Можете поменяться. Не-не-не, в пизду нахуй. Я заслакать хочу сегодня. Так, ладно.
Ну вот, на кубе самый раз. Не-не-не. Я босса лучше попинаю. Я всё упал. Может, только пока я метки ставлю. Анимашка, как тебе, Чика? Топчик, да? Угу. Я на ком. Монки, ты ж был этой нагой. Че ты стал гоблином? Просто вообще бомба. Хочет, наверное, проверить, сколько ракет. Ты такой подлетаешь на гоблине и отпрыгиваешь прыжком, а? Не ожидали? Хуета, не, хуетища. О, бля. Не надо Эридара делать, пизду этих вульперов. Так, метки расставил, посмотрите, на каких вы стоите. Мэтнери, ты здесь? Да. Ты на метке стоишь, на кубе, если что. Посмотри, где твоя метка. Вот. Так, по костам, ну... Метки сами по эти шаманы сбиваете свои. То получается, звездочка и ромб сбиваете сами. Я сбиваю луну. Что остается у нас? Крест у нас остается, да? Да. Крест позбивает у нас жбух. Жбух позбиваешь, крест? Косты. Отлично. И основной цели анхоли позбиваешь, ладно? Ага. Который сейчас стоит. Так, рыбу уже ставили или нет? Нет. Нет. Женя, основная ромбик? Ну да. Да. А, ну да, там кто там сидит? Да, да, да. Валера, ну тоже поможешь, он позбиваешь. Я забыл, что он. Не вопрос. И позбивай, на куб стану, и похили. Блять, семерки восьми хуй. Ну, кстати, блять, надо было передвинуть хила. Женя в черепе спрятался. Валера, я тебе крест дам. У меня. А ясен пал тебе ромб. Сушу. Ну, я. А, что там хилов мало останется, да? Гангрена, блять, одного танка хилит, что, угораешь, что ли? Ладно, ладно, все, не буду ничего менять, все не ной. Все, обратно поменял. Все, все готовы. Бомжей, только не забудь скомандовать, а то хуярят. Мэтнери, ты собираешь справа. Я уже понял. Все, даю отчет, поехали. Подождите, когда соберу, там бейте массу. Пока точно. 5, 4, 3, я скажу, когда массу 2, можно убивать. 1. Чтобы огонь не открывали. Я могу притянуть сейчас. Все, можете массу выливать. Я родаем? Да. Не-не, не надо. Блин, ладно, уже. Холи, скинь бомжей. Сейчас одна секунда. Подаван, скинь бомжей. Дал. Жбух, скинь бомжей. Разбежались по своим меткам. Ебать, еще минуту до босса, пиздец. Геру я дали. Я там их килил. Мой некий. Не спрашивай больше про Геру никогда, блядь, я затупил. Да, пиздул. Так забили и заебись, у нас а никто не упал. Времени целую минуту еще, ебать. Заебили. Че сейчас делать? Я вот посижу, рыбку поем. Да. Сейчас покачаем. За минуту можно, ебать. Два раза успеть. Можно спекнуться и обратно еще спекнуться. Так, а где у нас кто из... А давай, можно гав... спекнуться, за рекаунт обновить. На гавра дамщит земли. Нахуя? Ну, мало ли, меньше по тебе урона, будешь хилить Мелизону. Я в тебе... Ты часто получаешь пизды, поэтому... Ну, я-то, блядь, ДПС, не то, что там вагоны всякие. Отличный варчик. Так видишь, я тебя подцевливаю потенциально, чтобы ты там жил.
типичный вар часто получается. Ой, там, там, откуда звук? Говори громче. Одна ДПС не видно. Ничего, блин. А чё там? А чё такое? Блять, можете вливаться. Как не знаю, как не родственник. Ебать, лисенок танцует, а потом останавливается. Этап полный. Там звезде Джимару. Джимару, да не домашь ты, встань, ты жди. Что ты от твоего ДПС там ничего существенно не изменится. Да это, блядь, чтоб не заснуть, нахуй закопал. Да. Главное не засни, когда нажимать надо. Да, вот это главнее. Ну, пацаны, блядь. Вы уверены? Там хвост на куб не мешает нажимать крест? Кто нажмет как-нибудь? Нихуя, почему этот урод череду проглатывает? Подошли, куб подходим. Подошли, подошли. Ждем. Нажали. Держим. Сейчас ему ракетой въебут, конец. На грена выхиливает. Ня, сука. Там это мэрия, подумал. Хиль танков. Ракетой въебал прям мощно. 17800. Я тут ДПС, наверное. Да, на 21 месте. Да, одной ракетой передамажил Гангрена и Войда. Вообще просто. Ну, а, так вот и терминатор. Вроде чекпы. После кидывания подходим к кубам. Грена, лучше там. Подошли к кубам, ждем. Сейчас через 2 секунды дошло. Нажали? Держи. Лучше бы тебя на себя, Валя, рассчитывал. Не развалился лук. Ну, давай, да, мне не сложно. Я там копейки. О, надо Мэтнери же поднять. Так, ракета, нахуй. Жук, ёпта. Я могу ему стан попытаться дать. У меня есть кое-что получше, чем стан. Что, стан дается? О, ну вот, поехали. Всегда об этом мечтал. Блять. Мактеридончик, ебать. Личный пес-дюк. Минотавр, ой, кентавр ёбный. Не больше. 10 секунд до вспышки подошли к вам. Когда он вырастет, блядь? 2 секунды ждем. Нажали. Нажали, кто не нажал. Крест, крест стоит, дамажит. Ясен пал. Как дела? Как дела? Нормально все? Но он вообще вон у стены лежит. Да, он не подошел. Ликан, ты чё это вдруг? А он не дамажил. Он не дамажил. Ретрик, ёпта, как он. Может, отошел опять? Не знаю. Ну, да. Возможно, у него опять в кабинет забежал. Если как так, вчера, ну-ну-ну. Да, как вчера. Дюша, давай песоску. У нас один челик в шиномонтажке играл, блядь. Ой, мне рассказывали про него. Вообще интересная тема в фазерах была. Давайте тогда поменяем. Если у человека может такое случиться, то жду. Да, у него это, видать, вообще самое редкое событие. Чаще я понимаю, но все равно. Босс у Ликана. Бывает, ничего страшного. Ну, точнее, страшно, но что поделать. Кто там в очке по ДПС? Грубо говоря, первый раз подвел на моих глазах. Упал просто в глаза. Нет, не упал. Так, сейчас подойду туда. 60к ракетой?
Дюша, стоишь на кресте? Вижу. Дюша, спрятнись в хила и встань на крест. Уже вроде в хила. Ну, он надамажил просто. Нет, звездопадом он дамажил. Кушайте рыбу там поставь. Еде. А, вы хуёшься где поставили, блядь? На столе. Я сейчас на минутку отойду буквально. Дюша, ты услышал, да? Так, еще релок сделаю. Отлично. Давайте растягивать прохождение еще дальше. Нам нерфят, а мы еще дальше проходим с каждым нерфом. Нерфят. А что, Грула тоже, по-моему, понерфили? Нет. Нет. Я уже просто заебись понерфили, думаю, быстрее проходить будем. Нихуя. Мы повайпаемся на королях, мы на магике упадем. Да это вылетел челик, просто бывает. Чё, кто там еще не зашел? Заходите внутрь. Все тоже. Прошу прощения. Все, поехали. А, ясно, что зашел? Не зашел. Вот нарестил уже рыбу. Настой можете не пить. Блять, что-то я уже глотнул, нахуй. Такая же хуйня. Пиздец, блять, все. Да я чё-то. 5, 4, 3, 2, 1. Бомжи есть вообще? Да, что-то. Ну, там. Пол рейда, да. Да, когда еще бомжи. Давайте массу, может, иметь. Бля, промахнулся с битем постоянно. Бомжей нет. Да, вызываю свой есть. Спасибо, у вас КД шел. У меня КД еще почему? А, это Шанхоли, наверное. Все меньше КД. Да. Я там подавал на тычки прилетает. Приемлемо. Потому что... Так, на себя давай повесим. Своим меточком стали. Босс нормально стоял в первый раз? Я могу его по-другому поставить чуть-чуть. Чуть-чуть по-другому, хвост, чтобы на кресте. Как в конце вот ты его поставил, вот так сразу поставь. Все, я не могу, я тебя услышал. А что, мы резнули Есен Павла, да? Ну, наверное, он сам зашел в инсту. Успел? Да, ну он, бля, снаружи, не знаю, засчитает или нет. Ставьте шкаф. А шкаф, тыкайте, шкаф. Тыкайте. Теперь вон сзади. Ставь. Давайте, быстрее. Тык. 10 секунд успеваем. Только слышите, мы что на кубе уже не стоим. Лол. Пел, нет? Да. Ясен, ты, если что, не стоишь сейчас на кубе, домашний спокойно. Другой человек сейчас стоит на кубе. Ракета нахуй. Это пеструн. Бать, 19-100 ёбнул. Фуджимару сейчас умрет. Я вдох Фуджимару заведу на меня. Дайте, Дюша, сбегай, дай ему БР. 20 секунд у нас есть. Здесь, под звездой. Давай. СП
вспышка 10 секунд, резайте сразу. Рест тогда подмените, не факт, что успеет. Бля, ну вы чё? Ну не встает шаман. Бля, ну это пизда. Ну вы чё, угораете, блядь? Ждем, куб стоим. Нажали. Не успеваю, да. Ну чё долго так вставал? Чё страшно было. Был, давайте. Опять сдох. Наебись. Гангрена там встал. Что-то отпустить не мог. А, однокнопочный пижу встал. Все нормально. Однокнопочный потыкаешь тогда звезду. А, нет, а кто? Кого? Знаешь, гангрена нажал. Че я не понимаю, у нас такие проблемы с техникой. А как монки выкинул? А, вылетел. Он же говорил, что перезайдет. А, даже вылетел. Десять секунд до кубов. После притяжки, ой, после откидывания подошли. Подошли к кубам, ждем. Блин, сейчас бы Рестера друид похилил. Увы, я буду завтра. Дюша там есть, Дюша похилит. Дюша так, прям тебе стоит. Мощно, похиль он, меня. Он может подойти шкот кидать. Он тем более на кресте, в борт танк практически. Ну, навешивает хоты. Не вешает он ходки. Повешаем ему буйнурос самоложением, ему, видимо, руны нужны. Да, да. Да у тебя же хватает аграбля, сиди, да, как говорится, ЛПшки сбавь, тебя выхилят. Вот конфетки ем. Сука, на кубе самое то. Нажал, гроб поддержал ее. Танку, под ванну, ходки навешивай. 15 секунд до кубов. 10 секунд подошли к кубам. 5 секунд ждем. Нажали. Типа гангрен. Процентов, давай 10% побыстрее добивать. Да, должно успеть. Ты его знает, по 1% раз 10 секунд снять. Да. Да стопнуть не проблема. Тетя Коба. По 20 секунд еще 5%. Да я скажу, если что. Как скажешь. Стопните ДПС, не бейте, пусть дотикает там дот. Через 10 секунд вспышка будет, подошли к кубам. Босса не бейте, говорю, зачем вы охуярите, нажали. Все, можете бить босса. Все, прожали, защитный, что-то будет потолок падать. Стенкам прижались. Таймер у кого остался, линкуйте за 20 секунд. Подошли к кубам, где-то через 10 секунд будет. Поминали, он не профитный. К кубам подошли, ждем. Я вижу, что твой сюзерай не профитный. Я сейчас вон леди. И тем более. Все, я тебя практически догоняю. Практически? Это не значит догоняю.
понятно. Ты как всегда пыль глотаешь сзади. Ну все, давись пылью молча. Письками меряются. Да нет, я к тому, что... Жарко, да хотя бы мальчик, да, разговаривать во время боя. Пока сидите, получите волку. Это просто я на кубе стою. Погнали добивать на кубе. Стой, бля, простите, пожалуйста. Пожалуйста. Чуть не порвался, да. Ну щит! Да ходит! Бля, ты пидор, ну блядь. Ну да, ну да, спасибо. Бля, пора. Ща выкинем ролл. Счехляем. Ща. Где-то. Опять он холи. Да, заебал. И, кстати. Я каждый рейд ролю, да? Знак кому-нибудь сумка на 20 слотов. Да открывай давай. Не буду я открывать. Ты заебал. Открывай, блядь. Не буду. Юржан! Открывай. Кому нужно открыть сумка? Ложку пороть. Ого, это. Меняю мешок на ложку, мешок еще не открыт. Ты что, кольцо хуже, что ли? Да я хуй его знает, я, блядь, не ролил ни разу, ни отсюда, ни с Аниксии. Мне тупо интерес просто, даже, блядь. О, сумка подала. Ой, да нахуй ты мне ее отдал, я случайно, я кинул руку. Давай. Сука, блядь. Ой, да ну нахуй. Подожди, а давайте оставим вот эти два ролла, пусть переролят. Вы о чем? Че он холит, холит тебе? Ты заебал ты, блядь. Это ха. Пиздец. Могу поменяться, если. Рольте гол. Он че кому-то. Ага. Он холи отдай пояс. Майк, поставь, пожалуйста, пока. Ебать, роллы пошли. Это кто там просит? Дно ДПС? Куда? Долоран? Слышишь? Да. Я тебе про орка говорил, к тому, что, ну, по факту, он тебе сейчас не профитный, поменяй на чем-то другое, на гоблина, на ком-то. За роль, да. Один разбойник шаман. Нормально. Просто, блядь, ты по факту, считай, нихуя не апаешься. Ну, прогресса в шмоте нету. Блядь, прогресса ни у кого нету. У меня так же нет. Так приходи в ВК-10, там народу мало, шмоток много. Жень, поставь ситуацию. Прям ДД никому не нужен? Ну, я открою просто. Что? Просто золото.